Вместо молока за вредность будут давать соки, йогурт, сыр, желе и даже ягоды. С такой инициативой к законодательному собранию Томской области обратились производители продуктов. Депутаты не только поддержали предпринимателей, но и пошли дальше. Предложили отменить возможность замены дополнительного питания на денежную компенсацию. В месяц это чуть более 500 рублей, а здоровье, говорят депутаты, дороже. Идею-то мечей уже рассматривают и на федеральном уровне. Если инициативу одобрит Госдума, она будет распространена на всю Россию.